Главы зарубежных делегаций продолжают прибывать в столицу Казахстана. Недавно в Астану прилетел президент Монголии. Высокого гостя Ухнаягина Хурылсуха в аэропорту встретил заместитель премьер-министра Галымжан Койшыбаев. Президент Монголии примет участие в саммите ШОС. Отмечу, что двустороннее сотрудничество Казахстана и Монголии активно развивается. В прошлом году товарооборот превысил 130 миллионов долларов, продемонстрировав рост почти на 28% по сравнению с 2022 годом.